Большой путь человеческой жизни начинается здесь. Под чутким вниманием медицинских работников на свет появляются маленькие граждане своей страны. И уже в первые часы своей жизни они сталкиваются с суровыми угрозами нашего мира – инфекционными заболеваниями. Вакцинируем детей с первых суток жизни. Это прививка против гепатита Б, который у нас в крови циркулируется. Со 2-5 дня мы прививаем детей против туберкулеза. Это вакцина БЦЖ. Это живые вакцины. В результате того, что мы прививаем детей, наши дети абсолютно все здоровые. Уже с первых часов жизни на помощь нашему иммунитету приходит иммунизация. Процесс, благодаря которому человек приобретает иммунитет. Вакцины стимулируют нашу иммунную систему к защите от инфекций и болезней. Иммунизация является испытанным инструментом для борьбы с инфекционными болезнями. Она ежегодно позволяет предотвращать до 3 миллионов смертельных случаев. Это один из самых эффективных с точки зрения стоимости видов инвестиций в здравоохранение, которые обеспечивают доступность иммунизации даже для самых труднодоступных и уязвимых групп населения. Счастливые дети – самое доброе, что можно увидеть на свете. Но за этими яркими, а главное – здоровыми улыбками детей стоит большая работа. Начинается она задолго до того, как об этом узнают родители. Сегодня мы приоткроем завесу и узнаем, как на самом деле организована вакцинация в нашей стране. Национальная программа иммунизации в Республике Узбекистан, она работала с 1980 года. С 1991 года уже в Республике Узбекистан сформировалась большая программа, которая называется «Национальной программой иммунизации». Ну, вы знаете, что целью программы иммунизации – это первое увеличение охвата профилактическими прививками, которые регулируются специфической профилактикой. Благодаря вакцинации можно ликвидировать, элиминировать или снизить инфекционные заболевания. Большую поддержку в реализации программы иммунизации в Узбекистане оказывают международные организации. Огромная работа проводится со стороны Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ оказывает поддержку правительству Узбекистана в улучшении здоровья и благополучия каждого человека в стране. И одна из программ, крайне важная для достижения этих целей, это программа всеобщей иммунизации. ВОЗ совместно с другими организациями ООН предоставляет техническую поддержку правительству, консультирует по качеству вакцин, помогает в процессе внедрения новых вакцин, содействует в разработке стандартов и протоколов, оказывает поддержку в эффективном и действенном управлении вакцинами, также оказывает содействие в поддержании цепочки снабжения вакцинами, обеспечивая, что вакцины не только поставляются в страну, но и доставляются в регионы и местные сообщества. Успех программы иммунизации обеспечивается огромным множеством людей. Программа иммунизации в Узбекистане весьма успешна. Планирование вакцинации, поставки и заказ вакцин осуществляется Министерством здравоохранения совместно с международными партнерами. По всему миру Всемирная организация здравоохранения работает над улучшением глобального охвата вакцинации. Узбекистан одобрил резолюцию об укреплении иммунизации для достижения целей глобального плана действий в отношении вакцин. Сегодня уже большинство граждан нашей страны понимают и осознают важность иммунизации. Вакцинация очень полезна в том плане, что защищает организм от разных инфекций. Каждая прививка делается от определенной болезни. А это полезно? Конечно, полезно. Вакцинация проводится для того, чтобы выработать искусственный иммунитет. Я советую всем будущим мамам сделать прививки. Без поддержания на оптимальном уровне показателей иммунизации или коллективного иммунитета болезни, предупреждаемые с помощью вакцин, вернутся вновь. Если перестать делать прививки,
Такие редкие теперь болезни, как коклюш, полиомиелит и корь, вскоре вновь станут распространенными. В целях поддержания высокого уровня иммунизации правительство Узбекистана ежегодно закупает за рубежом достаточное количество вакцинных препаратов за счет государственного бюджета. Сегодня правительство выделяет около 13 миллионов долларов, и она будет возрастать с каждым годом. Когда мы выйдем из поддержки Гави, данная сумма окажется 20 или больше, то есть больше 20 миллионов долларов, которые должна страна сама закупать вакцины, которые применяются в нашей стране. Universal health coverage means... Всеобщий охват услугами здравоохранения означает, что у нас имеется минимальный пакет медицинских услуг, которые предоставляются всем людям в Узбекистане таким образом, что их финансовая доступность обеспечивается, имея в виду, что люди не должны нести непосильные финансовые издержки для получения высококачественных медуслуг. Сильная программа иммунизации является одним из компонентов, решающих эту задачу. Регулярно в международный аэропорт Ташкента прибывают самолеты из ближнего и дальнего зарубежья, неся на своем борту тысячи инъекций для здоровья наших детей. Вакцина доставляется при соблюдении всех норм и стандартов холодовой цепи. Эти вакцины безопасны. Любая доставляемая в нашу страну вакцина проходит тщательную проверку в рамках нескольких этапов испытаний и только после этого признается пригодной к использованию. Следуя определенной цепочке, вакцины с национального склада доставляются в 3000 пунктов вакцинации страны. В частности, вакцины поставляются в государственные центры санитарно-эпидемиологического контроля Республики Каракалпакстан и города Ташкент, а также в остальные 12 областей. В этом направлении работают множество наших медиков. Качество поставляемых вакцин гарантируется, и таким образом производится полная безопасная иммунизация детей. Путь вакцины в регионы Узбекистана продолжается самолетами и наземным транспортом на регулярной основе, согласно плану иммунизации, с соблюдением условий холодовой цепи. И на всех этапах этого большого пути маленькой вакцины ее сопровождают ответственные работники Министерства здравоохранения. Ведь они понимают, насколько важно быстро и безопасно доставить вакцину. Вакцинация населения Самаркандской области, а именно детей от разных инфекционных заболеваний, имеет особенную значимость. На сегодняшний день вакцинация среди детей производится по указу Министерства здравоохранения Узбекистана номер 148. Если до 2000 года применялись всего лишь 7 видов вакцин, то на сегодняшний день прививки делаются от 12 разных видов заболеваний. Вакцину мы получаем своевременно, бесперерывно, получаем с ГОРСЭСа. ГОРСЭСа, значит, получает наша главная медсестра поликлиники. Есть у нас специально выделенный для этой цели транспорт. Она поедет туда с доверенностью, получает эту вакцину с холодовой цепи, естественно, с сумкой. И потом, значит, сдает в кабинет иммунизации. Путь вакцины продолжается. Она прибыла в кабинет иммунизации. А тем временем уже идет работа с населением. Ведется работа с населением для того, чтобы родители тоже несли ответственность перед своими детьми, что иммунизация, она обязательная и необходимая. Все привитые дети, у кого хорошо выработан иммунитет,
эти дети теми заболеваниями, которые даже будут завозными, они болеть не будут. И вот вам доказательство. В 2018 году было 8 завозных случаев кори. И ни один наш гражданин Республики Узбекистан, он не заболел этим штаммом. Это есть и доказательство того, что есть необходимость и есть обязательность, чтобы родители также были ответственными за здоровье своих детей и прививали своевременно. В день получения вакцины дети проходят осмотр врача общей практики. Если нет противопоказаний, направляются к иммунологу в кабинет вакцинации, где и получают прививку. Современные родители очень хорошо положительно реагируют на вакцинацию, потому что предварительно участковые врачи, участковые медсестры проводят профилактическую работу, проводят беседы, на Махалях проводятся тоже конференции, лекции. В общем-то, родители все в курсе о пользе проводимых прививок, и поэтому очень все положительно отказов у нас не бывает. Вакцинируются почти 100%. Первая вакцинация делается малышам до годовалого возраста. Ребенок получает вакцины против полиомиелита, пневмокока, а также орально-ротовирусную и пентувакцину в 4 приема. Следующая прививка делается после годика. Это трехвалентная живая вакцина против кори, паротита и краснухи. Делается дважды – в возрасте 12 месяцев и при достижении 6 лет. У нас выделена комната, куда мы направляем детей после прививки. Они там находятся от 30 до 40 минут. После прививки могут быть реакции местного характера, общего характера. Мы наблюдаем. Если ребенок чувствует себя хорошо, через полчаса мы отпускаем их домой. Все граждане нашей страны бесплатно получают все необходимые вакцины, где бы они ни жили – в столице, крупных городах или даже в отдаленном горном селении. Большой путь маленькой вакцины очень часто пролегает по труднодоступным пустынным или горным районам. Ну, раз в неделю, или два раза, или три раза в месяц. А куда ездите? Газалкент, Райсес. А сколько, на сколько доз забираете обычно? 10-15 из каждого. А почему? Ну, там разные же вакцины, поэтому... А почему нельзя сразу забрать много? Сразу забрать много не надо. Мы по требованию возьмем, потому что у нас будет план. По плану мы возьмем вакцины. Это снег или дождь, это не помеха для того, чтобы перевезти вакцину. То, что я привезу сюда вакцину, это... Здоровье нашего села, будущее наших детей. Может, от этого зависит будущее наших детей. Мы прививаем детей против 12 видов инфекции. В частности, от паралича, дифтерии, коклюша, гепатита Б, туберкулеза. Родители вовремя приводят детей для прививок. Правда, это болезненный процесс, отчего дети плачут, но это быстро проходит. Две главные причины вакцинации – защитить себя и защитить окружающих. Успех вакцинации зависит от готовности каждого человека содействовать обеспечению всеобщего благополучия. Не стоит ждать от окружающих людей, что они остановят распространение болезней. Каждый из нас должен делать все, что в его силах, получать вакцину самому и вакцинировать своих детей. Успех любого дела кроется в профессиональных кадрах, в специалистах. Благодаря нашему правительству, Всемирной организации здравоохранения, Глобального альянса и ЮНИСЕФ ряд у нас медицинских работников прошли
курс обучения безопасной иммунизации и охвата в каждом районе. Необходимо обновлять какие-то знания, либо учить тех врачей, которые вот эти знания недополучили или растеряли. И поэтому на сегодняшний день вот в основном педиатров, врачей ВОП мы стараемся как-то обучить, обновить их знания, донести какие-то новые моменты, потому что вакцина-профилактика, она не стоит на месте. Необходимо отметить, что когда наши специалисты были не обучены, то есть у них было мало знаний, когда они не знали обращаться с вакцинами, тогда у нас были поствакцинальные осложнения и реакции. А сегодня мы ведем этот надзор, и сегодня подготовлено новое руководство по надзору за побочными проявлениями после иммунизации, для того, чтобы наше население, наши родители верили, что вакцина работает и что она в Республике Узбекистан безопасна. Большая работа проводится в средствах массовой информации. Однако ничто не заменит человеческое общение. Телевизор не ответит на все вопросы. И для этого ежедневно продолжается работа на местах. Раньше мы не знали, что такое вакцинация. Но сегодня, благодаря нашим деткам, мы тоже осведомлены об этом процессе. И всегда советуем нашим невесткам, соседям, чтобы не пропускали прививки. Чтобы дети были здоровыми, мы всегда вовремя получаем все прививки. Я не боюсь вакцинации. Это профилактическая работа. Это не лечение. А мы проводим профилактику в Республике Узбекистан благодаря проведенным как рутинной иммунизации, то есть вакцинации и ревакцинации. На сегодняшний день в стране с 95 года нет полиомиелита. То есть мы достигли ликвидации, о котором Министерство здравоохранения Республики Узбекистан имеет сертификат свободной страны от полиомиелита, который был выдан Всемирной организацией здравоохранения в 2002 году. Кроме того, в республике с 2000 года нет заболеваний, то есть не регистрируется дифтерия, не регистрируется столбняк новорожденных. А с 2011 года в республике не регистрируется заболеваемость корью и краснухой. На сегодняшний день по всей нашей республике, во всех областях идет строительство и реконструкция холодильных складов, закупаются холодильные камеры, холодильники, автотранспорт, холодильные сумки. То есть будет обеспечена еще больше безопасность тем вакцин, которые мы применяем. Узбекистан иммунизационный программ. Программа иммунизации Узбекистана – одна из успешных программ по охвату большинства детей вакцинацией. Но мы сталкиваемся со случаями, когда вакцинации откладываются без достаточной необходимости, в основном в силу избыточных мер предосторожности и необоснованных противопоказаний. Это большая проблема. Хочу отметить, что детям необходимо получать вакцины вовремя, в соответствующем возрасте. Это защитит их от смертельных заболеваний. Вакцины доступны, вакцины недороги, вакцины весьма и весьма эффективны. И как эти величественные памятники прошлого достойно преодолевают течение времени, так и наши счастливые дети преодолевают угрозы современности. И основа этого преодоления – здоровая жизнь, а значит, вовремя сделанные прививки –